Новое видео выходит каждый день в 20:00. До сегодняшнего дня я бы и подумать не мог, что на моем YouTube-канале речь когда-нибудь зайдет о настолько ненужном, а настолько опустившемся GTA Samp ютубере, как Санти Поебалося, не знаю, в общем, как-то так никнейм у этого ауешника. И вы знаете, это настолько биомусор, что просто пиздец. Но давайте я уж сразу начинаю вас вгонять в какие-то краски и так далее. Ни в коем случае я так не хотел сделать, ёпта, блять, нахуй. Вот, и в данном видеоролике я постараюсь говорить максимально на языке человека, про которого данный видеоролик, чтобы он, ёпта, бля, нахуй понял, кто тут, нахуй, на районе батька, кто, блять, под шконкой там сидит реально, кто по шконке попущенный, блять, вот это вот и так далее. Просто я боюсь, что если я буду говорить нормальным языком и использовать какие-то средние термины, которые должен знать среднестатистический человек, то он, ну, не поймет. Потому что данный человек, он максимально тупой, максимально продвигает абсолютно ненужную, да не то чтобы опасную, блять, хуету, там как ауе, жизнь, блять, по понятиям и так далее. И вы знаете, вот, блять, господи, я, блять, даже, я тут не знаю, с чего можно начать. Ну вот, в самом деле, я даже не знаю, с чего тут можно начать. Санти Асала. И вы вот знаете, обычно в таких видеороликах, как «Никому не нужный», я вас сначала знакомлю с персонажем, которого я, можно сказать, обозреваю. Но опять же, это не сам обзор, это не разоблачение, это не что-то... Хотя нахуй я это говорю, если ебучие вот эти вот дурачки, как Мау Дамиана там, или Санти Асала, они все равно не поймут того, что это не разоблачение. Это не повод, да, блять, как на вас хайпить, дебилы, блять, у вас по 2000 просмотров, у меня, блять, ролик за меньше, чем неделю почти 10к собрал, как на вас хайпить, вы что, вы дебилы, блять, я вам, наоборот, рекламу делаю, нахуй, на своем канале, а вас, блять, хоть новые люди узнают, то у вас там, блять, 2 бота, 1 живой человек, нахуй, и вы говорите, что я на вас как-то хайпла, да идите вы нахуй в самом деле. И вы знаете, вот в данной серии роликов я вас обычно знакомлю с человеком, потом говорю, на каких серверах он снимал, и потом привожу вас к такому выводу, что он никому не нужен. Однако, тут я, блядь, я никогда не смотрю этого еблана, потому что больше 5 секунд я не могу выдержать. Блядь, он, я не знаю, ему, наверное, хуем, блядь, выбивали зубы, что он сейчас так шепеляет, это просто невозможно нахуй смотреть. Мне, блядь, картавых каких-нибудь, блядь, 5-летних детей комфортнее слушать, чем, блядь, этого Санти сосал. Я не знаю, как, блядь, у него ролики по 2000 просмотров собирают. Разве что, блядь, там накрутка какая-нибудь или что-то такое. Опять же, я нихуя не... Да пошел ты нахуй, блядь, ты все равно будешь говорить, что я утверждаю там что-то и так далее. Санти Асала, пошел ты нахуй. Я сниму на данном видеоролике монетизацию, я просто боюсь, что ко мне после данного ролика могут приехать лица кавказской национальности и заставить извиняться на коленях. Вот, потому что Санти Асала, он такой, он, ебать, он законтаченный там, ебать, со всеми нахуй. Поэтому, ёпта, блядь, сука, нахуй, блядь, я буду вот говорить как-то вот на сленге вот этих вот людей, чтобы они меня, ну, не побили. Просто, я не знаю. И ладно, давайте уже начнем. Я зашел на канал Санти Асала, на нем в данный момент 48 тысяч подписчиков, почти что 50, можно даже сказать, скажем, 50 тысяч подписчиков. Зашел во вкладку видео, и самые популярные ролики у него собрали по 100 плюс тысяч просмотров. И вот, если зайти вот на самые новые, вот, отсортировать ролики на канале Санти Асала по самым новым, то тут мы увидим 800, 1200, 1200-300 просмотров взял самую первую лидерку Грув и так далее и тому подобное. И понимаете, это не уровень канала с 50 тысячами подписчиков. Это уровень вот канала, я не знаю, там с 10 тысячами подписчиков максимально. И вы можете спросить, да, а почему так получилось? А все очень просто. Данный долбоеб, данный еблан, блять, пропагандирует максимально вот эту вот всю ауе тематику, блять, он за это уже оправдывался там как-то. То, что у него на шапке канала были вот эти арестантские звезды все. Просто пиздец, блять, Сантиас, это ты нахуй к чему школьников склоняешь, блять? Блять, сам дегроид поганый, еще и детей, блять, портишь, ты чё, блять, пусть лучше они нахуй на коптах матерей ебут, твою Санти Асала, в частности, даже я ее, кстати, ебал, пиздец полный, блять, я не знаю, как она нахуй тебя, нахуй, выпердила, потому что, блять, из пизды такой человек, как ты, появиться, ну, явно не мог, нахуй, это реально, то есть, если она тебя только высрала, блять, как-нибудь, в самом деле, это такой пиздец, блять, такой ебучий маргинал, то есть, есть убер-маргинал, а это, блять,
какой-нибудь экстра-маргинал какой-нибудь, нахуй. Я уверен, что даже значение этого слова, блядь, не знаешь. Из данного ролика ты почерпнешь максимально для себя много слов, ебать, и приедешь потом, заставишь меня, блядь, извиняться в течение недели. Пиздец, это просто это охуеть. Санти, блять, сосало. Как себе такой никнейм можно было придумать, я не понимаю. А данный человек за всю свою карьеру снимал там на Авроре ролеплей, потом на Люкс ролеплей, где он, блять, только не снимал. И казалось бы, потом он остановился на Аризоне. На Аризоне у него просмотры максимально скатились, потому что он снимал хуйню, блять, второсортную, которую снимали все. Я не знаю, как у него вообще просмотры набирались. Я считаю, что на таком контенте должно быть, блять, извечно написано «нет просмотров». Последний ролик, кстати, у Санти сосало вышел 2 недели назад, видимо, все... Я не знаю, убили на забиве его, блять, или что, я не знаю, блять, просто нахуй, как живется данному человеку. Мне кажется, Рома, блять, его, кстати, Рома зовут, хотя он, в принципе, во ВКонтакте онлайн 40 общих друзей, вы у меня, походу, больше не друзья, Вертеч, там, еще какие-то, Эмпайр, блять, Азот, пиздец, чуваки, ебать, вы законтачились тут, конечно, можно даже сказать, что вы зашкварились, блять, пиздец, чуваки, нахуй, не, это полнейший пиздец, блять. Санти нахуй сосала. И вот, и Санти сосала вот это вот самое, она остановилась на проекте Arizona Roleplay, там просмотры у нее максимально скатились, и вот 2 месяца назад у него вышел ролик под названием «Ухожу с Arizona, вся правда», где он такой типа: «Блин, чуваки, я, конечно, очень люблю Arizona, мне очень нравится Станислав как пиар-менеджер, однако, то есть, я перехожу на Advance». Почему? Непонятно, блять. И у меня есть такая догадка, есть вот такое вот предположение, что 2 недели у него не выходили ролики только потому, что его, блять, выгнали с Адванса, а Аризона, блять, обратно не берет. Ну потому что каким же нужно быть ебланом, чтобы применять шило, блять, на мыло? Пики точеные, нахуй дрочёные, я не понимаю, блять, пиздец, Санти сосало, блять, что с тобой не так? Ебучий уёбок, ауешный, блять, гос, я просто, блять, не пони... Блять, Санти, блять, пиздец, пиздец, это пиздец. Это, блядь, пиздец. Я просто не знаю, блядь, как можно еще это сказать. Это такой пиздец, блядь. Сампер ауешник, блядь. Нам, блядь, этого не хватает. Такой ебаный биомусор, блядь, этот Санти, ебать, сосал. Твоя Санти, твоя мать сосала, как говорится. Такой у него примерно никнейм на ютубе. То есть я думаю, что Санти, его мать сосала, нужно переименовать канал, чтобы вот именно был никнейм. Санти, моя мать сосала, осала. Вот так вот, чтобы у него никнейм был. И так будет по красоте. На самом деле, Ромочка. То есть, в самом деле, будет по красоте. Хоть зубы тебе на забив, блять, выбивать не будут. Приходишь на забив, тебе говорят, как тебя зовут? А ты такой: «Санти, моя мать сосала». И все такие: о, это Санти, его мать сосала. Не-не, мы на такую уловку не пойдем. Опять же, я хочу сказать, я отключу монетизацию, все во благо детей, во благо вот этих ауешных детей, сидящих сейчас на зоне. Блять, Санти, блять, осал. Это просто, это полнейший пиздец. 800 просмотров, 827, 779. Если бы, блять, я нахуй не знал, кто такой Санти Асала, мне бы сказали: «Слушай, а ты смотрел Санти Асалу?» Я такой: «Ммм, это девочка, наверное, какая-то на ютубе, да, новая появилась, это Луняша есть, есть вот эта вот меньшевичка, как говорится, вот, а есть там еще какие-то вот эти пезды, Катерина, вот этот батон там, чи как она называется, и Санти Асала появилась, да, они такие показывают, а тут вот этот ауешник, блядь, сколько ему там, кстати, лет? Сейчас, надеюсь, у него там написано, сколько ему лет, 21-летний ауешник, то есть на ютубе с 50 тысячами подписчиков и 1000 просмотрами. Это просто блять. Это стыдно, блять. Это настолько стыдно, это просто пиздец, блять. Я как-то пропустил вот эту тему, когда все вот это вот ауе форсили. Вот. И, видимо, я зря пропустил, потому что мне настолько было. Мне настолько невозможно смотреть его ролики, потому что я, блядь, не понимаю. Не то чтобы они скучные, хотя это тоже. Не то чтобы, блядь, там монтаж какой-то хуёвый, хотя это тоже. Просто потому что, блядь, его невозможно слушать. Ну что это? Я даже не изобразить, блять, не могу, как можно нахуй так говорить, я не понимаю. Естественно, вот эти вот выбитые зубы — это не преграда к творчеству. Однако, блять, если бы ты снимал, если бы ты просто капты снимал, у меня бы никаких претензий было. На одном сервере бы ты играл, абсолютно никаких претензий не было бы. Но тут это просто пиздец. И ауешник, блять, и с сервера на сервер бегать. Может, ты видосы, блять, еще у кого-то пиздишь. Может, ты там мамок ебешь, я не знаю. Но я твою, кстати, уже ебал, если че, Роман Давтян, блять.
Инстаграм Ромара УСХ, блять. Ну, ясно все. 5 февраля у него, кстати, день рождения с прошедшим. С наступающим, Санди сосало. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не подписывайтесь на канал Санти, его мать сосала. Всем пока.